Всем привет, с вами Гордей. И сегодня у нас снова будет ролик по Brawl Stars. Короче, я решил создать свой новый аккаунт Brawl Stars под названием Brawl Talk. Я просто решил притвориться разработчиками Brawl Stars. И, в общем-то, я на этом аккаунте набился 40 трофеев. И посмотрите, это ежедневные подарки. Посмотрите, сейчас у меня разблокирована бандитка Шелли. Потом будет на выбор сверх редкий брандер, либо Дэрила, либо Пенни. Потом прокачка до пятой силы, либо Дэрила, либо Пенни. Потом значок смеющийся, либо на Дэрила, либо на Пенни. Потом повышение до седьмой силы, либо на Дэрила, либо на Пенни. Потом случайный скин, либо футбольный, я не знаю, как это называется, гаджет скин на Дэрила или Зайка Пенни. Потом гаджет на выбор, либо на Дэрила 2, либо на Пенни 2, ну, два из них. Потом плачущий значок либо на Пенни, либо на Дэрила, потом повышение до восьмой силы. Вы же сами понимаете. Потом выдающийся значок, повышение до девятой силы, редкие значки, лайк и хлопающий в ладоши либо Пенни, либо Дэрил. Потом пассивки на выбор. Потом значки, где влюбленные Пенни и Дэрил, либо испуганные. И 15-й день, эпический бравлер на выбор, либо Гриф, либо Эдгар. Ну что, ребят, это очень классно. Я смотрела некоторых ютуберов, которые снимают Бравл Старс, и у них реально есть такие подарки. Итак, первый день — это бандитка Шелли. Забираем этот скин. Let's do this! Вот такой вот скин бандитка Шелли. Возвращайся завтра, чтобы забрать этот подарок, иначе не получишь оставшийся. Ну что, ребят, теперь 15 дней мне придется забирать эти подарки каждый день на аккаунт Brawl Talk. Да, я его так назвал, потому что хотел просто притвориться разработчиками Brawl Stars. Вот, кстати, эти подарки. И мне дали бесплатный ящик. Кстати, хочу вам показать, у меня 4 бойца уже. Это Шелли со скином. А какого фига у меня 2 скина, бандитка Шелли? Откуда я? Так, дальше волшебный барни и обычный барни. Вот. Давайте откроем бесплатный ящик, из которого нам обычно ничего не выпадет. Ну реально, ребят, эти подарки реально есть в Brawl Stars, я их получил. Короче, создавайте новый аккаунт в Brawl Stars, набивайте на нем 40 кубков, и вам дадут вот такие вот подарки. И вам на этот аккаунт каждый день придется заходить 2 недели, 1 день, и забирать каждый день подарки, иначе вы не получите оставшиеся. Так, мне тут уже предлагают дружбу, у которой 99 кубков человек предлагает. Ну что, ребят, кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Еще раз повторяю, если хотите получить такие же подарки, как у меня, то быстрее, как можно быстрее создавайте новый аккаунт, набивайте на нем 40 кубков, и вам дадут вот такие вот ежедневные подарки. Ну что, ребят, всем желаю хорошего настроения, а я поиграла за бандитку Шелли. Ну что, ребят, всем пока!